Как по улицам слона водили, смогли увидеть случайные прохожие прямо в центре города. Внеплановое представление на улице устроил в выходные варшавский цирк, приехавший на гастроли. Необычная пробка образовалась в субботу вечером на Светланской. Причиной стали цирковые артистки. Индийские слонихи Дженни и Магда такие большие, что не поместились в грузовик и шли до цирка пешком. Обычно они путешествуют на специальном слоновозе, но из-за плохих дорог его пришлось оставить в Иркутске. Во Владивосток слонихи приехали на поезде в утепленном вагоне. Красные дорожки, как для настоящих звезд. На самом деле, для того, чтобы тяжеловесам было легко ступать. Чтобы вызволить их на улицу, пришлось поуговаривать. В ход пошли разные языки. Подействовал только английский. Вызволить из вагона оказалось самым сложным. По улицам артистки ходить привыкли. Летом, когда выступают в шапито, постоянно ходят пешком по запруженным автодорогам. К сопровождению ГАИ тоже привыкли. Дошли до цирка за 15 минут. Удивленные горожане старались запечатлеть необычных пешеходов на свои подручные фотосредства. По Светланской слоны шагают впервые за всю историю Владивостока. Говорят, слоны – большие любители выпить, особенно после такой морозной прогулки. Но дрессировщики уверяют, Женя и Магда – трезвенницы. Слава богу, быстро дошли в тепло, так что, может, обойдемся без спиртного. Они вообще-то, большинство слонов любят это дело, но мои как-то не очень. Иногда наливаешь, и они отказываются просто. В тепле артистки быстро освоились и принялись за ужин. Уже 15 декабря Дженни и Магда выйдут на арену Владивостокского цирка. Дарья Каплан, Денис Русаков, информационное телевизионное агентство «Панорама».